Всем большой привет! Всем привет! Куда мы идем? На озеро! Купаться! Ну, купать мы будем только... Ноги! Ноги! Ура! Наши провожающие. Пока Степа. Пока Степа. Степа остается во дворе. Да, Степа, пока. Ну, пошли. Пошли! Помнишь, как озеро называется? Плещеево. Да, озеро у нас Плещеево. Город Переславль-Залесский. Я знаю, куда именно мы пойдем. Ну, рассказывай. Где наше озеро встречается с рекой Трубеж. Точно. Где Трубеж входит впадает. В озеро. Впадает. Да, звучит озеро. Круто. Ну, посмотрим, да. Как это круто выглядит. А там прям видно, как втекает. Да, узнаем. Это красиво. Макс там будет впервые. Смотрите, какое красивое небо. Надеемся, что сегодня дождя не будет. Я тоже. На улице плюс 25. Ветерок, правда, прохладный, но мы вот одеты вот так. Даже не теряем надежды, что помочим ножке. Я точно помочу. Я одета вейвом. Вот такие кроссовки. Кстати, эти кроссовки я брала по баллам вейвом. Джеггинсы на мне от Avon. И вот такая вот футболочка, она очень подходит по цвету к этим кроссовкам. Видите? Это, ну, моя... А? Что? Это моя любимая твоя футболочка. О, видали? Так, я ты куда, провожатый? Она самая красивая, мне кажется. Да. Провожатые нам не нужны. Степа, давай дуй обратно. Вон тебе куда идти. Куда ты пошел? Степа всегда за нами ходит, когда мы идем. Так, тут грязь. Давай обходим грязь. Ага. Для меня я вообще пошла в кругосветное путешествие, потому что это так далеко. Мне тоже так. На самом деле. Но мы хотим пойти туда пешком. Взяли мы с собой все, что нам будет необходимо, кроме палатки. Даже зонт взяли. И на чем сидеть, и чем утереться, и воду взяли. Ну, в общем, собрались прямо в турпоход. Ага. Попробуем на дальний мост сходить, посмотреть на реке мост. Я там не был или был? Посмотрим, в общем, куда мы попадем, пока мы только двинулись из дома. Ну, надеюсь, что не подведет погода, потому что то грозы, то дожди, то ураганные ветра, чего только не происходит сейчас. Ну, попробуем гулять. Отгадайте, где сидит Макс? Вау-вау! Вот и я думаю. Ну что это за путешествие, если по пути не попадется магнит-косметик? Надо зайти. Иначе это плохой турпоход на озеро. Только через косметический магазин. Ой, заодно мы сейчас вам покажем наш аутфит. Я так думаю, что здесь стекла зеркалят. Макс, ходи. О, идите. Вот так мы выглядим. Ну что, Максим, ты купил карты? Угу. Какая туристическая версия без карт? Вот я нашла такую скидку. И купила вот такое себе средство. Мне кажется, это хорошая скидка. Ну и карты, больше ничего. Ну, пошли. Путешествие продолжается. Ага. Солнце ушло, но небо пока голубое, местами серенькое. Ладно, но мы еще и полпути не прошли. Мы приближаемся к нашему центру города, главный перекресток впереди. И хочу просто показать немножко, вот какие у нас магазинчики, как все это выглядит. Вот где написано «Пиноккио», это наша пиццерия, где самая вкусная пицца. Ее можно заказывать на дом, что мы частенько и делаем. А дальше большое отделение, это почта центральная. Здесь мы получаем Avon. Дальше идет наш перекресток, а вот здесь прямо за заборами идет река Трубеж. И вот мы сейчас вдоль нее пойдем до конца, где она впадает в озеро. Где-то полпути мы, наверное, уже прошли. Здравствуйте. Можно я магнитик?
Вышло солнышко, это хорошо. Ну все, шагаем. Ну, купил? Показывай. Вот такой магнитик. Ой, он даже с радугой. Смотрите, какая красота. Ух ты! Супер. Этот магнитик мы положим в посылочку. Как сувенирчик. Ну, держи. Так, вот он наш центр. Я частенько здесь снимаю, поэтому ничего нового. Сейчас мы сквозь людей пробежим быстро. Обычно люди не любят попадать в кадр, поэтому я так немножко отверну. Все вроде людей прошли. И вот, собственно, там река. Первый мост центральный. И мы сейчас по той стороне перейдем и так дальше до самого озера будем топать. А давай туда спустимся. Мы время потеряем. Мы сейчас... Я туда спускалась уже в каком-то ролике, показывала. А то я не спускалась тогда. Вот такой перекресток. Так, вон там у нас фикс прайс. Если кому интересна наша достопримечательность. И вот так красиво с этой стороны. Такой парк с елочками. Ой, у нас 21 секунда, побежали. Так, сейчас пробежимся. Вот такая дорога. Достаточно оживленно у нас тут. Это раньше одна машина в сутки. Ребята, река. Ну, мы пойдем с этой стороны. Сейчас еще площадь быстренько покажу. Ну как площадь? Это для нас маленький город. Площадь. А кто живет в больших городах, для них это смех. Ну ладно, не важно. Это наши места. Так, вот это наш горе-площадь. Там что-то строится. Так, это опять берег реки. Здесь есть летнее кафе. Его вот только еще ремонтируют, потому что как такового лета еще не было. Наверное, лето будет в октябре. И наш знаменитый слоник. Пошли покажем. Который не работает, вообще это фонтан. Розовый слон. И вот такая горе. Дорожка. Типа лесенки. Рыбаки сидят. Ой, как деревом пахнет свежим. Красота. Залез на него? Ну, залази пока, и я к берегу схожу. Давайте доберемся все-таки мы с вами до реки. Мы сейчас, наверное, вдоль берега вот здесь и пойдем. Здесь есть типа мостика. И вот так вот все смотрится. На камеру даже лучше, чем на самом деле. Но зато, если прислушаться, здесь птицы, их слышно, ну, кроме досок. Слышно, как стрекочут всякие насекомые. А, про Макса я забыл. Давайте смотреть, как он будет лезть на этого слона. Ну, па-па-па-пам, па-па-па-пам. Ну. Все? Ну, давай, скачи. И правда поскакал. Сиди, я тебя сфотографирую сейчас. Ну ладно, буду фотографировать ребенка. Ложись. Встреча с водой. Сейчас кепки не будет, смотрите. Когда я смотрю на воду, я будто плыву. Ну как водичка? Можно даже плавать. Ну понятно. Смотрите, мы какое дерево красивое увидели. Это, по-моему, серебристая ива. Она, правда, прям серебром вся блестит. Максим говорит, наверное, это все-таки белая даже. Такая красивая. Мы ушли с того мостика, там мужики пьяные пили. Они нам портят всю нашу атмосферу путешествия.
И гармония. И гармония, да. Мы решили слиться с природой, поэтому мы людей пропускаем и сливаемся с Максом. Смотрим, что нам по пути попадается интересное, красивое, чтобы пахло природой, деревней. Макс увидел чего? Лодочку. Лодочку. Давайте смотреть на лодочку. Интересно, сколько ей лет? О, какая красивая. Тут уже ветер. Надеюсь, ветер не будет гудеть в камере. И тропинка, видите, она как-то сужается. Впереди должен быть мостик. Ну, не этот, конечно, а через реку. Мы на него тоже поднимемся. Ну, Макс, плыви в лодку. О, мне страшно. Ну, смотрите, как красиво смотрится. Опять надо фотографироваться. Наверное, в конце ролика мы вставим фотографии. Эта лодка не чайная? Чайная, ты что? Почему вот здесь его хозяева здесь живут. Почему-то не плавают, мне кажется, летом. Максим, ну нельзя же на ней плавать все время. Это в данный момент не плавают. Ну, сейчас я тебя сфотографирую на фоне лодочки. Пойдет? Ага. Классно, наверное, здесь жить. Прямо на берегу реки. Как красиво, смотрите. И вот мостик. Сейчас мы по нему походим немножко. Очень уютное место. Раньше старые тут дома были, а сейчас все новые постройки. Никогда здесь не было. Угу. Это мостик. Вот ты про этот мостик говорил, да? Угу. Вот мы пойдем по этой реке дальше и дальше и будем увидим место, где впадает в озеро, да? Надеюсь, пройдем мы здесь. Может, если не пройдем, то выйдем на дорогу, а потом там завернем. А как это? Только здесь не кричи, потому что рыбу ловят, чтобы не распугать. Как это выглядит, когда река впадает в озеро? Представляете, ни разу ребенок не видел, как река впадает в озеро. А Макс что? Впервые это увидит. По-моему, неудивительно. Ну, пошли, пошли. Птицы поют. А что тут впереди? Вышка? Ой, я слышу, как колокола вроде. Угу. Солнце яркое. Красиво здесь. Многие сюда гулять ходят. Вы смотрите, котик. Максим, смотри, какой котик подстриженный. Где? Ух ты. Наверное, это его хозяин. Подожди. Он выглядит как пудель. Смотрите, какое чудо. Он выглядит как пудель. Пудель. И ловит рыбу, смотрите, с хозяином. Может быть, специальный он подстрижен, как пудель? Ну, конечно. Ой, милота какая. Как он смешной. Смотрите, к на рыбалку пришел. Надо его погладить. Красота. Какой он милый. Может быть, сейчас ему рыбку дадут. Может быть. Вот, да. Смотрите. Много рыбы. Вот такого пуделя мы чудесного встретили. Заслужил. Как классно. Ой, какая красивая мордочка. Такое у нас путешествие. Ну что, продолжаем путешествие? Да. Ну, пошли. О, надо сфотографировать пуделя-то. Познакомились мы с котиком, оказывается, это местный котик. Вот он так приходит на рыбалку. Вот. Только что мы с ним поймали рыбку. Теперь трапезничаем. Прям живую.
Да, прям живую слопал. Вот такой красавчик. Ну что, сфоткал его? А? Сфоткал его? Да. Так вот это все выглядит со стороны. Давай его погладим. Ну погладь. Пушистый. Даже без волос. О, какой он мягкий, погладь. Ну, был лохматый. Кажется, будто ему голову приклеили. Ну пошли. Погладь, он такой гладкий. Кот съел при нас 2 или 3 рыбины и просит еще. Не успели мы заснять, но при нас вот за эти 10 минут мужчина поймал 2 или 3 рыбешки. То есть такие они средненькие. Классно. У него там полпакета. У нас вообще в трубе же очень много рыбы в реке. И это хорошо. Смотрите, наша тропинка уже сужается. И достаточно скоро мы уже, наверное, придем к месту, где она впадает. Наше озеро.